часть, которая абсолютно точно знает, что здесь нужно быть, и она двигается сюда, то есть просто движется. И есть та часть, которая как будто знает, что она туда. И мы что, вот это не туда. Ну, то вот есть, этот, вот этот вот опыт, ну, теряем время. То есть, ну, не туда. Но, то есть смотри, ты с одной стороны как бы хочешь продвигаться целеустремленно, да, ну и эффективно, но рекомендации учителя, скажем, да, ты говоришь, да, вот это как бы нормально, ну это принимаем, а это я точно знаю, что это ни к чему, вот твоя ловушка. И, наверное, она уже не первое воплощение у тебя, потому что я помню, ты уже была с этим недоверием к учителю в каком-то из воплощений, в миссии, да? Вот здесь вот я беру, а это не беру. И как бы с этим я считаю, что так не надо работать. Здесь лучше сидеть и вот это делать, потому что тот же говорил так, ну, к примеру, я предполагаю, как у тебя работает это. И вот так оно работает, вот это недоверие с тобой. Или не так? Ну и так тоже. Да, когда есть отклик на какой-то знание, которое слышит, есть же отклик, когда ничего это вот это вот встраивается в твою концепцию о доверии и недоверии. То есть к учителю. Угу. Да? То есть, смотрите, к учителю я должна, значит, вот если у меня есть отклик на его какую-то рекомендацию, я это принимаю. А если у меня нет отклика, значит, я делаю либо по-своему, либо, как говорят другие учителя. Ну, либо делаешь так, как, ну, чаще всего... И потом смотри, и потом ты говоришь, я не догоняю, о чем здесь вообще? Был такой момент, я помню твое высказывание такое, да, и, возможно, эти моменты, они связаны с таким избирательным восприятием, основанным на том, что есть элемент недоверия. А получается, что доверие – это когда тебе говорит учитель, и когда не откликается, но ты идешь. Вот это и есть доверие. Да. Вот, да? Да. Вот. Вот это вот. Это есть твоя игра. Вот смотри, вот это нелинейное мышление. Вот то, что я хотел показать тебе, да? Что раньше ты мыслила линейно, как все. Ну, если не откликается, я не пойду. Так же мыслят все вообще-то, в принципе. Ну, слушай себя там и так далее, да? Ты как бы не понимаешь, что такое доверие. Потому что ты думаешь, что доверие – это слушать свой отклик, да, и следовать ему. Да. Но получается, что это на самом деле не так. И, ну, по факту, да. Что и мы... получается, что когда ты попадаешь в поле учителя, да вообще, знаете, получается, что если нету доверия, то и учителя-то нету. Собственно говоря, он просто не возникает. Ну так, просто вот придем, послушаем. И отношений таких не возникает. Да? Но когда твои взаимоотношения в духовном мире дошли до такого уровня, что ты приближаешься к учителям, к учителю, да, то вот здесь вот очень важно, что твоя игра, она же не первое воплощение идет, скорее всего, недоверие вот это, что твоя игра состоит в том, что когда тебе говорит что-то учитель, ты не слышишь своего отклика. Вот это и есть доверие. Но смотри, здесь такой маленький нюанс. Не то, как ты раньше делал, значит, сказали сесть, встал, да? Ну, там типа. А именно вот почувствовать с раскрытием сердца, что на самом деле, но это надо переживать. Ту драму, которая есть в твоей психике, почему ты не веришь. Тоже, да? То есть это на уровне событий каких-то тоже это было.
вот этот момент, он немножко отличается от того, что как бы просто техника не делания. Как ты говоришь, я раньше делала так, не хочу, но буду. Вот, и как сейчас ты говоришь, раньше я всегда заставляла себя и делала, да? Но это разные вещи. Заставляла себя и доверяю. То есть сейчас ты не потому, что ты заставляешь себя, а сейчас твоя задача почувствовать вот в тот момент, когда у тебя нет отклика на то, что говорит тебе учитель. А вот в этот момент твоя задача не, опять не то, что, знаешь, вот так вот пойти и сделать, да, ну, лихорадочно там, а именно почувствовать, что вот если пойти и сделать это, то это и есть доверие, то есть почувствовать вот это доверие, вот это и есть истинное доверие. И это и есть трансформация, ну, определенного твоего какого-то глубокого страха. И это такая подвижная игра, потому что неизвестно сейчас, в какой момент опять будет ситуация какая-то, да? Вообще, это такой кайф. Вообще, это на самом деле, это так здорово, вот когда ты откроешь в себе вот это доверие. Это когда у тебя получится вот этот момент, и это так, как там домино чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. И такое шанти-шанти, шанти-шанти, да?